общем, мы приехали в местный дом культуры и спорта. Время где-то 12 дня, а здесь уже дискотека. Для тех, кому слегка за 30. Вот они, красавицы и умницы, спортсменки и в прошлом, конечно же, комсомолки. Участницы спортивно-оздоровительной группы «Вдохновение». Эти женщины однозначно достопримечательность города. А ты просто девочка лета, ты просто девочка гроза, ничего не знаешь и не понимаешь, но от жизни хочешься сполна. Очень большой кайф. И женщины по классике танцуют под Стаса Михайлова. Ну? Ну, все мы абсолютно разные. По возрасту тоже разные. Начиная от 55 лет пенсионного возраста, заканчивая и уже за 80. У нас Валентина Гаврилова. Да, 55 плюс. Да. 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 Валентина Гаврилова у нас вообще, так сказать, старейшина всего этого. Но вот коллектив исключительный. Мы и молодые, в душе, да, в душе мы все молодые, скачем. Когда бывают такие вот, иногда, знаете, танцы, что надо где-то подпрыгнуть сначала, думаешь, подпрыгнули, да. А потом, когда уже начинаешь разучивать... В кураже, да, скачешь. Так, носок накрест. Да. Так, так, пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну что, мне кажется, я готова раскрыть вам все секреты. Во дворе моего дома располагается хлебопекарня. И представьте, когда ты идешь со школы после 6 уроков голодный, а на весь двор пахнет булочками. Кто бы мог подумать, что через несколько лет я с видеокамерой попаду на производство и узнаю все секреты этого мучного царства. Вот в этих окнах, сколько бы ни было времени, 6 утра или 8 вечера, всегда горит свет. Всегда, потому что работа кипит, булочки пекутся. Внутри скромно и даже как-то по-домашнему, что ли. Большое производство выдают только люлечная печь, во всем городе такая осталась только здесь. И большие емкости с мукой разных сортов. Сегодня эти женщины встали очень рано, чтобы успеть накормить любимых клиентов. Вообще смена со скольки начинается работников? Смена? Ну, с 5 утра девчонки приходят. И до? И до 5. То есть это такой ранний... Ночью хлеб пекут, а днем печенюшки. Хлеб, песочное овсяное печенье, булочки, пирожные. Ассортимент пекарни богат и уж очень вкусно пахнет. Это уже готовая продукция. Песочное печенье, кольцо с орехом, пирожное глазированное. Кольцо с орехом, это же школьная любовь. Да, если бы я работала в таком вкусном месте, вряд ли бы сдерживала себя, чтобы не попробовать все. Интересно, у местных сотрудников также? Сейчас узнаю все секреты. Скажите, у вас есть любимый десерт ваш? Десерт? Да. Да я сладкое вообще как бы... Сапожник без сапог. Вы делаете, а пусть едят другие, да? Хорошо. Ну, а вот чаще всего, вот по вашему мнению, люди вот что прям больше всего берут, что вы вот прям делаете, вот они как горячие пирожки разлетаются? Ну, я говорю, пряники у нас в основном. Весь город хватит. Ну, овсяное печенье. Ну, вообще у нас продукция вся как бы... У нас еще и как бы закладки вот эти старые еще советских времен. Это хорошо, да? Вся у нас сырье, все у нас натуральное. Угу. Без всякой химии. Ну, мы как бы не пользуемся этими всякими. Не улучшителями. Не добавками, не улучшителями. У нас все чисто. Не делаем. То есть все натуральное, для да? Для подъема ничего не используем, ни для цвета. То есть вот мука, если вода. Если хлеб, то на опарах. Вот как раньше. Сейчас же все безопарным способом уже везде. Да, вот эти мелкие, как они. А если у нас все на опарах. А где вот где рецепты вы берете? То есть это уже какие-то установленные? А вот, это рецепты еще по ГОСТу Советского, так сказать, можно Союза сказать. Это нам по наследству еще с какого завода доставлю все. А, ну то есть это прям вот старая-старая школа еще, да?